Традиции – важный элемент социального и культурного наследия. В университете имени Пушкина существует много традиций, среди которых достойное место отведено проведению шашечно-шахматного турнира. Уже более 10 лет ребята играют в эту игру, древнюю, непростую, но очень интересную. В университете создана шашечно-шахматная секция. Это здорово, так как это поможет студентам в дальнейшей жизни. Ведь умение думать и запоминать, быть внимательным и спокойным, а также предвидеть все ходы важно для любой сферы деятельности. Турниры по шахматам, по шашкам у нас проводятся ежегодно, причем в разных форматах проводятся. Вот сейчас у нас фестиваль «Студенческая весна 2021», он проводится сейчас именно в этой программе. Также мы проводим первенство университета по шахматам в спартакиаде круглогодичной студенческой. Кроме этого, учатся у нас иностранные студенты, проводим и такие турниры и среди иностранных студентов. У них есть свой фестиваль. Согласно наиболее распространенной версии, шахматы появились в Индии. Много веков назад в нее играли индийские махараджи и японские императоры. Это была привилегия мужчин. Сегодня современные императрицы совсем не уступают им на поле интеллектуального боя. На турнире присутствуют девушки и юноши с разных факультетов и курсов. Кто-то из них пришел сюда не в первый раз. Из года в год, сражаясь за победу, они встречаются, играют и совершенствуют свои навыки. Но как приятно видеть в зале и новые лица. Для них это приятный момент и важный опыт. Я вообще первый раз начала играть очень давно в детстве. Мне эту любовь к игре привил мой папа. И как-то я постепенно играла как-то все время для себя. Я этим профессионально никогда не занималась, больше любительски. Сегодня решила попробовать поучаствовать в турнире первый раз. Немножко волнительно, но я думаю, это будет очень интересно и познавательно для меня. В этой игре не должно быть никакого страха и волнения, потому что это такое, знаете, внутреннее развитие. Ты играешь для того, чтобы самому совершенствоваться и учиться у того, кто сильнее тебя. Сюда пришел, чтобы научиться играть лучше, чтобы посмотреть, как играют другие, выучить новые ходы, соответственно. В шахматы я начал играть еще, может быть, лет так 10, может, даже раньше. Профессионально я никогда ими не занимался, так чисто любительски, но мне они очень нравятся, поэтому я бы хотел сейчас посмотреть, как играют другие. Эта игра очень полезная, она развивает, я считаю, интеллектуальные способности, ну, довольно очень хорошо, логику, тактику, это очень полезные навыки в жизни. Ежегодно в феврале в университете проходит фестиваль иностранных студентов. В рамках этого феста также инициирован шашечно-шахматный турнир, который пользуется популярностью у ребят. В этом году, несмотря на ситуацию с пандемией, в турнире приняли участие более 50 иностранных студентов. Фестиваль иностранных обучающихся проходит уже более 10 лет. И с каждым годом тенденция идет к увеличению. Мы видим, какой интерес студенты иностранные проявляют к этому, можно сказать, даже виду спорта. В этом году проходил шахматно-шашечный турнир в 2 дня. Не только студенты увлечены этой игрой. У жителей нашего города уже давно есть интерес к шахматам, о чем свидетельствует проведение международного шахматного фестиваля «Черная пешка». В этом году в Бресте фестиваль будет проходить уже в 5-й раз. И совсем не важно, играете ли вы с юных лет или заинтересовались игрой после нашего сюжета, когда бы вы ни выбрали для себя путь шахматиста, он совершенно точно принесет достойные плоды.